Специалистами Кубань гидроизоляции разработан и выпускается материал, представляющий из себя сухую полимер-цементную гидроизоляционную эластичную смесь под названием ИЗАЭЛ. Гидроизоляционная смесь ИЗАЭЛ предназначена для гидроизоляции бассейнов, балконов, террас, резервуаров с водой, в том числе с питьевой, для заделки межпанельных швов, для гидроизоляции поверхностей, которые подвергаются динамическим нагрузкам. Основными достоинствами предложенной смеси являются эластичность, высокая прочность, очень высокая прочность сцепления с основанием и простота эксплуатации. Подготовка изоляционной смеси ИЗАЭЛ к работе состоит в том, что ее достаточно просто затворить водой в количестве 35-40% от веса сухой смеси и тщательно в течение 3-5 минут перемешать. После этого эластичный пластичный раствор наносится на подготовленную, то есть сухую и обеспыленную поверхность при помощи кисти. Никакого дополнительного ухода за обработанной поверхностью не требуется. Через 3 дня после нанесения гидроизоляционной смеси ИЗАЭЛ эту поверхность можно использовать как основание для укладки керамической плитки, паркета. И эту поверхность можно окрашивать, на нее можно наносить штукатурку, шпаклевку, ну и тому подобное. Мы рекомендуем при нанесении гидроизоляционной смеси ИЗАЭЛ в качестве армирующего слоя использовать стеклоткань, либо стеклосетку, что повысит надежность, прочность и долговечность гидроизоляционного покрытия ИЗАЭЛ. В процессе использования гидроизоляционной смеси ИЗАЭЛ готовый раствор необходимо регулярно перемешивать для придания большей однородности раствору и равномерного распределения всех веществ на поверхности, которую мы обрабатываем. Если у вас были сложности или возникли проблемы с гидроизоляцией бассейна, балкона, террасы, если вы хотите сделать надежное покрытие для своей эксплуатируемой кровли, приобретайте материал ИЗАЭЛ, и все ваши проблемы будут решены.